Всем привет! Мы продолжаем проходить Mass Effect. Я тут сбегал вниз, закупился всякими улучшениями. Ну и у нас с вами новые непрочитанные сообщения внезапно. Вот Диана Алерс. Тема «Месть». Капитан, я не знаю, понимаете ли вы, как много вы значите для остальных. От чтения писем в ящике космической войны даже гетто бы расплакались. Страница за страницей люди просят вас спасти планету, где живет их мама, или их родную планету, или шахтерскую колонию, в которую они вложили все деньги. Они не знают, что всем вы не сможете помочь, но они знают, что однажды капитан Шепард победил жнеца и может сделать это снова. Я понимаю, каково им. Когда я узнала про Бекенштейн, во мне словно что-то оборвалось. Но я должна верить, что это еще не конец. Вы уничтожите жнецов, а я сделаю об этом репортаж. Когда же сражение закончится, а репортаж будет отправлен, беженцы вернутся в покинутые дома. Они будут смотреть новости, сидя на диване, а потом начнут праздновать. Они будут смеяться. Смех — это очень важно. Я хочу, Шепард, чтобы вы исправили мир, сделали его снова нормальным. Это лучший способ отомстить врагу, что я смогла придумать. Диана. Постскриптум. Если вдруг я выживу, а вы нет, позабочусь, чтобы вас похоронили как героя и устрою бекенштейнские поминки. Они похожи на ирландские, только не такие трезвые и сдержанные. Ха-ха-ха-ха, окей. Да уж, не такие трезвые, как ирландские. Ну, в общем-то, что? План все такой же, отступать было некуда, за нами была земля. Так, здесь мы, наверное, все закончили. О, жалко, что мы между системами не можем ничего сканировать. Ну, то есть, вряд ли нам это что-то даст. Да и даже жрецы не прилетят, они зассали. Что ж, направить флот к земле. Полетели. Ух, даже заставочка будет. Приятно. Капитан, у вас срочное сообщение от адмирала Хакета. Он хочет зайти на борт. Разрешаю. Есть, капитан. Это же не Цербер. С ним. Капитан, адмирал, вы готовы обрушить на жнецов всю мощь галактики? Так точно. Тогда давайте убедимся, что флоты готовы. Все флоты доложили о готовности, капитан. Эй, чё он тут главным стал? Никогда еще не сходились вместе столь многие со всей галактики. Но никогда еще и не доводилось нам сталкиваться с таким врагом. Жнецы не станут давать нам пощады, и мы не должны их жалеть. Они станут терроризировать население. Мы должны быть стойкими перед лицом таких злодеяний. Они не остановятся, пока не сдастся наш последний город, но мы не сдадимся. Мы победим. Каждый из нас сыграет свою роль в грядущей битве. Будьте сильными, будьте стойкими, будьте дружными. Конец связи. А как же речь Шепарда традиционная? Шепард. Флоты меча готовы ударить по жнецам вокруг земли. Они отвлекут врага, пока вы с наземными войсками молота займете Лондон. Лондон? Почему не напасть прямо на цитадель? Андерсон ведет вас в курс дела. Адмирал, как у вас дела? Мы готовы покончить с этим. Вот только, как видишь, станция самозаблокировалась, повиснув над Лондоном. Черт побери. Нужно открыть цитадель, чтобы установить горн на место. Точно. Но Лондон окружен орудиями АИД. Транспорты молота не смогут приземлиться, пока те работают. Ты поведешь звено небольших челноков, проникнешь туда по земле и нейтрализуешь орудия при помощи тяжелого оружия. Молот высадится, мы организуем оперативный штаб. Я все никак не могу понять, как мы из Лондона попадем на цитадель. Поэтому лучу жнецы переправляют людей, живых и мертвых, на цитадель. И штаба молота отправится на штурм луча цитадели.
Те, кто туда пробьются, должны перенестись на цитадель и захватить управление. Когда увидим цель, корабли-щита сопроводят Горн до цитадели. Очень важно угадать со временем. У нас не хватит огневой мощи, чтобы долго защищать Горн. Там всегда было нелегко. Чего вдруг сейчас было иначе? Это очень опасно. Не могу оценить наши шансы даже примерно. Но другого плана у нас нет. Если будем медлить, жнецы нас задушат. Думаю, что без Горна нам жнецов не победить. Откройте цитадель, капитан, чего бы это ни стоило. Остальное берем на себя. Есть, сэр. Удачи всем нам. Ну что ж, понеслась заварушка. С нами пойдет Гарус, с нами пойдет Лиара. Отлично. Это, пожалуй, мой самый любимый отряд. Давайте посмотрим, что у нас стоит на пистолете. Бронебойная модификация и улучшение пистолетного магазина. А может, ствол крупного калибра поставить на него? Магазин. Давайте посмотрим, может, это действительно как-то влияет. Я его все-таки прокачал. Приближаемся к ретранслятору Соль, капитан. Пройдем через ретранслятор через 30 секунд. Оф. Ну, понеслась. А жнецы не могут дать один большой бабах, чтобы все это смести нафиг? Или они все-таки не такие крутые? Ой. Эта штука очень странно выглядит. А с другой стороны, в космосе же разрезанный воздух, то есть аэродинамика, она как бы и по боку, в теории. Но все равно так гораздо легче схватить какой-нибудь шальной астероид. Флот Альянса готовы. Турианские флоты готовы. Флоты Азари готовы. Курянский флот Тилии готовы. Флоты Гетов готовы. Все флоты доложили о готовности, капитан. Готовы атаковать по вашему приказу. Ну, понеслась. Эпично. Неужто просто вот весь мир не может их расфигачить? Ну вот и все, господа, готовьтесь принять бой. Огонь! Уф. Понеслась душа в рай. А на землю это не пролетит, ребят, а? Было бы очень неприятно, знаете ли. Ай-яй-яй. По моему приказу, атакуйте силы жнецов. Принято! Все истребители за мной! А истребители что там сделают? Блин, круто, как будто киношку смотришь. В атаку! Принято! Начинаю маневр. Готовлюсь к снижению.
Да, посреди всего этого Нормандия такая. Что-то в галактике как-то мало флота, не? Commander. Капитан. Be careful down there. Осторожнее там. We'll be fine. Все будет хорошо. Stay focused. Смотри в оба. Aye, aye. Есть. Уф. Передовые группы ушли. Молот на позиции ждет, когда вы освободите путь. Нормандия возвращается к мечу. Себя береги. Я вернусь очень скоро. Ловлю на слове. Конец связи. Приближаемся к точке посадки, капитан. Как там все? Как в аду. Смотрите сами. Оф. Я себя не таким лонным представлял. Не жаль, Шепард. Я представляю, что ты чувствуешь. Я с трудом узнаю планету. Дерьмо, нас целят. Держитесь! Проклятие! Ситуация. Отряд разделался с защитным оружием. Кто за ним сейчас? Поблизости никого. Сели в бою или подбиты. Сбрасывай нас. Сэр, чтобы молот мог высадиться, нужно избавиться от этой штуки. Ясно. Планы меняются, народ. Нужно избавиться от орудия АИД. Как вы себе это представляете? На упавшем челноке было тяжелое оружие. Хорошо, все слышали? Когда расчистим место, нужно будет добраться до разбившегося челнока. Поищем среди обломков что-нибудь мощное. Иду следом, Шепард. Уф. А, нам даже высадиться не дали. Скорее, пошли. Черт, я не могу здесь оставаться, сэр. Уф. Не успели высадиться, по нам уже палят, а? А, патрушки. О, патрушки отдельно включаются, хорошо. Ну что, ребят, пошли, пошли. У-у-у, ёшкин кот, ну что вообще такое? Что-то... А-а-а! Откуда? Откуда? Вот ты всратая срань. Они еще грены кидают по нам. Они еще смеют по нам кидать грены. Так, а, кстати, было бы интересно посмотреть на пистолет. Помните, раньше в обойме было всего 4 патрона. Сейчас мы все это дело заапгрейдили... Дальше некуда. И что с ним стало? 5 патронов, ребятки. Красота. Чпок. Чпок. Я нифига не вижу за этой шнягой. Чпок. А. Блин. Тут, конечно, за всей этой шнягой нифига не видно. Ну, комбо. Ну, эти срани, я надеюсь, не спавнятся. Ух, как пистолет мощно сажает, да? Ну, не точно, но мощно. Ладно, мы даже продвинулись вперед на пару ступенек. Зато буду всем друзьям рассказывать, что вот буквально на днях был в Лондоне. Пусть завидуют. Хотя да. Хотя, скорее всего, кто-нибудь из них... Возможно, там на днях был просто. Плохо иметь успешных друзей. Хрен чему удивишь, а? Так. Ну что, слушайте, продвигаемся пока фигово, но верно. Как бы равномерно фигово, скажем так. Фух. Но зато, с другой стороны, мне кажется, профит в том, что здесь можно ничего не искать особо. Как бы, да, если здесь какие-то кредиты и валяются, то на что они? На похороны себе? Что нам здесь еще собирать? Это капитан Джонсон. Молот разрывает на части. Нужно как можно скорее вырубить те орудия. Друзья, с удовольствием. Вы не поверите.
Нас тоже разрывают на части. Фух, ну пистолетик, кстати, вот с дополнительным патроном в обойме, внезапно это стало решающей штукой. Эй! Да блин, как тут вообще что-то? Опа. Да, то есть один дополнительный патрон, казалось бы, а сколько всего нового? Ну, то есть перезарядку приходится проводить на 25% реже, соответственно, больше времени мы можем просто заниматься тем, что наносить дамаг. Хотя патроны сейчас закончатся. Блин, да эта срань когда-нибудь прекратит свои вот эти вот фокусы. Гарус, ты, конечно, это... прекрасно лазишь. Красавец. Тут... орудие готово, но высадиться мы пока не можем. Да я понимаю, ребят, ну... правда, вот... вот вам крест. Делаю все, что могу. И даже то, что не могу, тоже пытаюсь сделать. Заметьте, я даже бошки им стреляю, но когда эта штука палит, у меня весь экран дрожит так, как будто... еще и отовсюду каннибалы лезут. Кстати, каннибалов мы, кажется, с вами особо так в более-менее внятных количествах не видели с самого первого эпизода. Нет такого ощущения? То есть тогда их было прям овер дофига. Фуф, ну хорошо. Слушай, пистолетик прям вот с дополнительными потрошками мне нравится. Кто у нас там умудрился слечь, а? Гады, вы мне придумываете работенку еще? Ой. Окей. Беру свои слова назад. Это было серьезно. Что-нибудь встанем? Встали. О, даже сохраниться я смог. Ну, уже что-то. Да, уже что-то. Здесь какой-то магазинчик. А что в нем? Может, какая-нибудь аптека? О! Как минимум, потрошки. Спасибо, это точно пригодится. Кстати, было бы неплохо на всякий случай мотыгу перезарядить. О, и гренки. Грены мы вообще не потратили ни одной пока что. Проклятие! У вас тут... что? Постараюсь удержать. Гости с покрышками? Осторожнее, Картас. Да, осторожнее. Если гости с покрышками, то... да... проклятие, меня подбили! Стив! Я в порядке! Надеюсь. Подбирать вас не стану, надо скорее посадить птичку. Давай, осторожнее. Как прикажете. Я так чувствую, что мы остались втроем. Во всем этом. Ага, каннибал. Оп. Эй, кто по нам сажает? Ну и как мне в таких условиях целиться, а? Вы сейчас серьезно? Засранцы. Уф! Кто? Кто это сделал? Ух ты! Кто это сделал, вы мне скажите? Это прям было как-то резко. Это летает зараза, что ли, или что? А! Оф! Шаттл нашли. О! М920 Каин. Кажется, он и в предыдущей части был, не? Или мне кажется? Или он только в этом? А, вот. Он там, видите, прекрасно работает снайпер. Как в песне. Блин, ребят, ну вот как я должен играть, а? Оф. Не лезем. Не лезем. Давайте вот этих аккуратненько снимем всех. Лиара, тебя сейчас так подснимут. Отлично. Я кого-то тут прибил даже. Вот он. А, вот тебе. Не полетел. Ну ладно, он почти прибит, кстати. Если вот так вот я хоть докину. Докинули. А, все здорово, я видел там этот М что-то Каин, да? Ну и потрошки бы не помешали. Потрошки, спасибо, как заказывали. Аптечка, ну... ребятки, где? Где? Я нажал на букву В. Вот он, я его почти упустил. Ну, потрошки, давайте. Это
А? Готов? Готов, засранец? Готов. Не слабо. Вот так, последнее орудие готово. Всем отряда молота готовится к высадке. Все, мы больше не одни. Кто-нибудь ответьте, нам нужна эвакуация. Ага. Мы, видимо, сами по себе. Супер. Супер, вот этих вот тварей мне прям с мультиплеера скучал по ним. Думал, когда же еще мы посмотрим на вот этих вот дряней? И когда еще по нам будут стрелять в спину? Ну, хотя бы смотрите-ка. Она даже летает. Не, не летает. Где? Все. Положили. Лиара, вставай. Дайте гренку, кинема. Вот срань господня. Лиара лежит. Лиару подняли. Этот готов. Этот готов. И эти... Да что ж такое-то, я все не то юзаю. Но это немножко паники. Нормально. Совершенно нормально. Никто из нас не идеален, мать вашу! Срань. Сажает сочно. Так, укрылись. А, это тоже враг. Нормально. Нам бы куда-нибудь в уголок укрыться, а? Шепард! В уголок укрыться. А, челнок там. Суперски, слушайте. Ну-ка, грену. Друзья, не могу. Вот пока не могу. Вы видите, что враги все рядом с челноком. А я еще наконец-то добежал до безопасного места в тот момент, когда оно меньше всего нужно. Ну, давайте в челнок. Челнок, Шепард! Красава. Фух. Смогли. Вытаскивай нас отсюда, капрал. Okay? Вы в порядке? Я жив. Вот и вы, капитан. Андерсон. Я знал, что ты меня не подведешь, Шепард. Приятно тебя видеть. И я тебя чертовски рад видеть. Как у вас дела? С воздушной защитой разобрались, молот может садиться. И не секунды раньше. Остатки сопротивления удерживают передовую базу. Жнецы уже начинают контратаку. Когда перегруппируемся, в бой должен вступить молот. Наверное, тут было очень нелегко вызоляться от всего альянса. Положение было сложным с первого же дня. Но когда мы поняли, что жнецы стараются бить по крупным центрам, избегать прямого столкновения стало проще. До событий в Лондоне. Да, мы держались сколько могли. Посылали разведчиков, потеряли много хороших бойцов, планируя эту атаку. Но благодаря таким, как майор Коутс, и помня о том, что ты приведешь помощь, мы выстояли. Без вас и всего сопротивления все наши усилия были бы напрасны. Адмирал скромничает. Именно благодаря ему мы все живы. Подождем с вручением медали. Сражение только начинается. И хорошо бы молоту быть к нему готовым. Этот путь они начинали не вместе, но сейчас готовы встать плечом к плечу и победить. Хорошо. Все ради победы. Мы все сделаем, Андерсон. Я родился в Лондоне. Неужели? Вся галактика объединилась. Жаль, что для этого понадобилось нападение жнецов. Сплотил их именно Шепард. Это я имел в виду. Я знаю, что тебе не хотелось уходить, Шепард, но никто другой не справился бы с таким делом. Приятно вернуться домой. Вот и база. Хорошо, отдайте молоту приказ начинать. Ну что, киношка продолжается. Я так чувствую, они вот... сейчас заставок мы с вами увидим больше, чем видели во всей предыдущей игре. И это очень круто. И я этому только рад. Ой. Это сопротивление?
какое-то знакомое лицо у чувака было. Я испугался, что это Шепарда так положили. А, у них тут все, механарахни, мелкие штуки, геты. Атас. Просто атас. Я чувствую, сейчас будет весело. Уф. Блин. И как-то все резко стало геймдевным. Ну, что поделать. Зато нас высадили в относительно тихом месте, за что спасибо. Всегда поражало, что... Адмирал, мы устроили командный центр вот в том здании. Похоже, наступление до сих пор продолжается. Да, сэр, но не так много, как мы надеялись. Скажи, когда будешь готов, Шепард. Хорошо. Он прав, молот уже должен быть здесь. Многие погибнут. Вы двое идите вперед, я догоню. Похоже, здесь шли самые тяжелые бои на планете. Вид не самый лучший, но надежда есть. Кроме того, здесь вы. Покажитесь ребятам, это повысит их боевой дух. Я всего лишь солдат, как и они. Вы можете так о себе думать, но они считают иначе. Нравится вам это или нет, капитан, но для этих людей вы герой. Не стоит сбрасывать со счета эффект, который вы на них производите. Я лучше вернусь к своему батальону, увидимся в штабе. Показаться ребятам, но почему бы и нет? Если это поднимет боевой дух... Но, знаете что, пожалуй, на этом мы с вами и распрощаемся, хотя мне не дают сохранить игру. Спасибо. Куда показаться-то? Скажите мне. Я с удовольствием. Видимо, вот по этой лесенке вниз. Давайте. Давайте покажемся ребятам, я не против. Это считается? Эй, командир. Эй, капитан. What? Что, уже не Лока? Виноват. Sorry. You okay? Ты в порядке? I don't know what I thought. Не знаю, что я надеялся почувствовать, вернувшись на Землю. Я был готов сражаться, готов умереть, если потребуется, но только не увидеть такое. Понимаю, что поверить сложно, но это не навсегда. Но сначала нам нужно победить. Не дай им отнять у тебя волю к победе. Понимаю, ты прав. Ну, начинается, кажется. Еще один рывок, решающее сражение. Но не последнее. Было чертовски приятно служить рядом с тобой, Шепард. Ты хороший человек и отличный солдат. Спасибо. Что бы сегодня с нами ни случилось, я знаю, что будут тобой гордиться. Это много для меня значит, сэр. Удачи, Локо. Ребят, че стоите как истуканы, а? Кому тут показаться-то надо? Тебе я показался? То ли Шепард, а то ли видение. Блин, беда в том, что вот именно в этот момент я хотел... Внимание, разведотряды Эхо Браво и Эхо Чарли вышли на связь. Что они узнали? Из донесений следует, что за базой начинается нейтральная территория, вражеское противодействие на уровне 100%. Привет, Кайден. Шепард. Ты готов? Полностью. Ко всему. Давай. А твои ученики биотики? Не просто готовы. Они жаждут боя. Твоя молодежь. Мы-то уже старички, да, Шепард? Да, думаю, да. Мы все понимаем. Мы понимаем, что это прощание. Мы выиграем войну. Не пойми меня неправильно. Я буду сражаться как никогда, только бы обнять тебя еще раз. Только я хочу кое-что сказать. Оглядываясь назад, мне почти не о чем жалеть. Почти не о чем. Невероятно, правда?
Я был испорченным ребенком и даже мечтать не мог о такой жизни, которую в итоге прожил. И многим из этого я обязан тебе. Да, было весело. Однозначно. Но что ты сейчас чувствуешь? Тебе страшно? Еще как, черт возьми, страшно. Но этот страх позволит мне прожить достаточно, чтобы уложить всех этих ублюдков. А, именно так. Ты береги себя, майор. Вы тоже, капитан. Ладно, пойду искать свой отряд. Да. Знаешь, я никогда не был в Лондоне. Ладно. А здесь у нас что? И кто? Техник связи. А, может, вот здесь мы можем приободрить всех? Да, капитан, с кем бы вы хотели связаться? Уф. Давайте со всеми. С Касуми Гото. Конечно, сейчас я вас подключу. Шепард, ты там готов? Зависит от того, как у тебя дела с горном. О, тут все в норме. Без понятия, как работает, но штука здоровая. Удачи, Шепард. Если выживешь, с меня выпивка. Могу с кем-то еще связать? Давайте. Самара. Конечно, сейчас я вас подключу. А я гадал, увижу ли тебя снова, Самара. Нужно было давно присоединиться к твоему походу. Ты мне сильно помог в монастыре, Шепард. Спасибо, что отвечаешь тем же. Запомнят только наши поступки. Думай над ними получше. Прощай. Да, хочу еще... Да... Так. Кортес. Стив Кортес. Конечно, сейчас я вас подключу. Капитан, ты цел? Рад сказать тоже о тебе, Кортес. Не могу сейчас лишиться пилота. Прошу прощения, было жарковато, так что пришлось отойти. Я подумал, сделаю еще круг и вернусь. Не лучший из моих выступлений. Был у меня мой старый трезубец, все сложилось бы иначе. Главное, что мы избавились от зенитного орудия. Точно. Теперь дело за жнецами. Да, план такой. Так и будет. Я рад, что могу помочь. И еще одно, капитан. Спасибо, что помог снова поверить. Если бы не ты... Хорошо, когда у жизни снова есть смысл. Береги себя, Кортес. Есть, сэр. Ну, давайте тогда уже со всеми поговорим. Джек. Шепард, это ты? Джек, как у вас там дела? Пока все хорошо. Мы на юге от вас. Спасли нескольких бойцов сопротивления при помощи барьеров. У вас будет лишняя огневая поддержка. До встречи на той стороне. Я тебя не подведу, Шепард. Надери им там задницы. И ты. Заид. Заидом Масани. Конечно, сейчас я вас подключу. Я-то думал, ты не выживешь, Шепард. Хорошо, что в этот раз я ошибся. Это как, Заид? Порядок. Надеюсь, у тебя припасена речь, чтобы всех взбодрить. Думаю, она не помешает. Никогда раньше не приходилось такого видеть. Если не остановим врага сейчас, станет хуже. Типа того. Только уж больно странная получается война, когда враги выше небоскребов, чтобы... Ну, разговором тут ничего не исправишь. Скажи, когда выступать. Выпотрошим сволочей. Так. Так, ну, Миранда. С Мирандой Лоусон. Капитан? Надеюсь, не против, что я испортила тебе вечеринку? Ни разу. Ты как, лучше? Намного. Разумеется, кое-кто из военных альянсов пальцем у виска покрутил, когда я предложила свою помощь, но выбора у них сейчас все равно нет. Я рад, что у тебя все получилось. Шепард, я хотела попрощаться с тобой. Прощай. Даже если мы с тобой выживем, все уже никогда не будет прежним. Конечно, все переменится. Так, как мы того захотим. Пока что мы постоянно скрывались, Миранда. Так больше нельзя. Понимаю. Я не прощаюсь.
Поверь, мы еще встретимся. Когда слушаю тебя, ладно, мы еще встретимся. Ладно. Миранда. Да? Будь осторожна. Давай, Шепард. Переводчик бы удушил. А, Джейкоб? Джейкоб Тейлор. Он был моим корешем во второй части. Шепард, это ты? Джейкоб? Джейкоб, все путем? Все просто же зашибись. Наворотил целую гору трупов. Когда все закончится, сравним результаты. Договорились. Хочу показать тебе один отличный бар в Рио. Ловлю на слове. Покажи им, где раки зимуют, Джейкоб. Есть, сэр. Конец связи. Прикольно. Ну, что ж, самое сладкое. Грант. С Грюнтом. А, ты как раз вовремя, Шепард. А то бы я победил всех врагов в одиночку. Хорошо, что ты снова в строю, Грюнт. Такое нельзя пропустить. Шепард. Да? Спасибо, что достал меня из инкубатора. Пожалуйста, рад сражаться рядом с тобой. И я, Шепард. Ладно, конец связи. Ну? Все? Не, у меня все. Есть, сэр. А, Бомбяо, со всеми поговорили, но точку поставить мне не дают. Коварные ребята. Видимо... Мако. Ага. Блок данных. Общее извещение. Всем пожарным командам. Коллеги, попробуем использовать машины для отвлечения внимания врага. Разрушенные уже не восстановить. Тушить нечего, поскольку они явно решили всех нас изничтожить, постараемся принести хоть какую-то пользу. Ждем добровольцев. Обращайтесь в службу эвакуации. Бог с нами. Центральная диспетчерская. Странно, что бог с нами, а не боже храни королеву. Там что-нибудь такое. Эй! А нам куда? А нам сюда? А как? Ух ты! Телефонная будка. Хорошо, а... Ребят, все здорово, я не знаю, как туда пройти. Адмирал Андерсон Джан, пропустите к себе. Ха, вот здесь, что ли? Не похоже. А, блин. Слона не приметил. Галочку ставим. Выполнено. Потрошки и грены. А, еще бы аптеки восстановить. Вот это было бы приятно. Надо связаться с Альянсом и проследить, чтобы подобные сбои в логистике были устранены. Да, сэр. Только вот Кроганы не хотят делиться запасами. Это то, о чем мечтает Рек. Свяжись с ним и скажи, что я нашел ящик динарианского пива и с радостью на что-нибудь поменяюсь. Это его точно заинтересует. Шепард, похоже, вот оно. Прямо как в старые добрые времена. Может, больше не будет возможности это сказать. Думаешь, мы проиграем? Нет. Думаю, мы загоним жнецов обратно в ту черную дыру, из которой они вылезли. А потом идем на отдых, поселимся где-нибудь на курорте и будем жить на отчисления от проката записи нашей победы. До встречи. Думаю, когда все закончится, я брошу спасать галактику. Нужно еще будет выделить время для раздачи автографов. Осталось только разделаться со жнецами. Джеймс сказал, что на Земле есть такая поговорка. Успей попасть на небеса до того, как дьявол пронюхает о твоей смерти. Не уверен, что Турианский рай похож на человеческий, но если все пойдет кувырком, и мы окажемся там, встретимся в баре. Договорились. Мы одна команда, Гаррус. Нет Шепарда без Вакариана, так что постарайся увертываться от пуль. Извини, турианцы этого не умеют. Но я буду импровизировать на ходу. Шепард. И простите за несоблюдение субординации вашего старого друга, есть к вам просьба. Иди и задай им жару. Для этого ты и был рожден. До встречи, Гаррус. Если я буду здесь, в баре, а тебя не увижу, буду искать там. Я тебя всегда прикрою. I'll always have your back. Что-то начинается уже грустно немножко. Ой.
Враг у периметра. А где Лиара была? Скорее к орудию. Это разве враг? Это именно то, чего мне надо было. Мини-игра со стрельбой из турельки. Эй! Блин, вспоминаются такие игровые автоматы, знаете, в кинотеатрах стоят. Где ты еще можешь на педальку присаживаться. Вот примерно оно. Оп, оп. А, я одного пропустил. Надеюсь, это ни на что не влияет, а? А то сейчас половина наших сил передохнут. Ну, знаете что? Игра автоматом сохранилась, поэтому на этом, наверное, мы с вами и распрощаемся. Спасибо всем, кто поддерживает канал. Опять же, я забыл выписать список, но в титрах вы будете. Ну и спасибо всем, кто приходит, смотрит эти прохождения. Что ж, я так чувствую, эпичность будет потихоньку нарастать, и в следующем эпизоде мы сотворим с вами что-то невероятное. Возможно, а возможно и нет. Ну, а пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока.